реально жарко, это 100%. Думаешь? О, я они знаю. Же... Да, знаешь, они же искусственные. Туда же там жир такой один. Смотри. Мамочки, нет, я не боюсь. Давай сфоткимся. Фото хладненький. Ладный фото. Да, вот с этим чуваками. Сбегутся, будьте Нет, мы же могли. Пойдем. А, ты чувашка, еще я боюсь. Чебуратор. Будем развивать здравоохранение и образование. Будем поддерживать промышленность. Что такое? И, конечно, и зомбирование людей, чтобы самое. И тем, кто нуждается в заботе и внимании. Я капец, страшно, так они еще бегают за тобой. Каждый год это чувство. Только остановился, бежит. Пипец. Нет, ну страшно, правда. А? Страшно, правда. Ну куда идем? Ты вовнутрь шара хочешь? Слушай, я думаю, здесь как бы о деньгах вообще никто не думает. Надо поставить и все. Не, что-то если лучше можешь предложить. Не, я просто, блин, говорю, я вообще буду молчать. Всегда начинаю. Можно вот селфи. Идешь, идем. Светодиоды, да? Лампочки. Сделано. Что там? Диоды, да? Мы приехали в Москву в гости. Обычно мы в Москве только работаем, встречаемся с людьми, а сейчас приехали. Шар. Главная достопримечательность нашей страны. Столица Шар. Нашей страны. О, господи, тавтология. Я замерз. Идем туда. В общем, мы в столице, в центре, около Кремля. Кремль не пустили, только на Красную. Вау! Блин, Маш, не падай. Вон, смотри. Машины есть. Это мы у нее в гостях, а не они, их наши слуги, народу, блин. Как мы тут? Что, здесь другой вариант есть? На каблуках.
Ой, господи, боже мой. Мне их жалко. Подморозит же все. Куда пойдем? В метро или сюда? Да нет. Можно. У меня только руки замерзли. Руки прям замерзли. Ну вот, пришли. Че, по Тверской пойдем? По Тверской, да. На Арбат не пойдем? А можно на Арбат? На Арбат впереди, вот. Да, я очень замерзла. Кифано Личи продает лыжи, понимаете? Это вам уже не спортмарк. Ну, если здесь дорогу перейти, то там на Дмитровскую, да? Большую Дмитровскую, ее прям всю. Пойдем? Где она? Вот, справа. Да. Точно? Точно. Ну, пойдем. Армия России. Пойдем. Ну. Там и Муму есть. Пойдем. Я поняла. Ты ведешь меня в Муму, в ресторан. Да, да. Я считаю, что это очень важно. Но на Америке было, я считаю, что это очень важно.
получилось. Давай я микрофон.